Возглавляемая Америкой коалиция нанесла удары по жилым кварталам в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. По данным агентства САНА, погибли 62 мирных жителя. Десятки гражданских лиц получили ранения. Среди жертв много женщин и детей. Бомбы были сброшены на 2 населенных пункта на востоке провинции. Разбор завалов сейчас еще продолжается. На этом фоне правительство Сирии направило письмо в Совет Безопасности ООН, в котором потребовало принять меры по прекращению налетов.